На улице с символическим названием «Космическая» открылось замечательное заведение. Это второе такое место в нашем городе. Махараджа, йога and спа, and green food кафе, wellness-центр. Особенная еда, особенная атмосфера, особенное шоу. Звездные гости, в том числе знаменитая группа «Shanti People». Ну и просто прикольный people. Сегодня здесь открытие моего второго любимого детища Махараджа Wellness Center, йога and спа, и сегодня и кафе. Чем отличается это заведение от Палладиума? В этом центре мы представили вегетарианский ресторан полноценный, тогда как, если помнишь, в первом проекте там только йога-бар. Здесь будет бьюти-зона. Любой человек ищет удовлетворение какого-то, да? Вот те люди, которые ищут просто удовольствие, да, во всем. Таких же много, их все больше и больше, потому что они могут себе позволить это. Вот что они здесь найдут? Могут посетить наш хамам, понежиться в клубах пара, насладиться гармонией специй в наших блюдах невероятных, ну и, конечно же, отдохнуть на уроках йоги. Как ваше настроение, как ваши впечатления от происходящего сегодняшнего? Прекрасное впечатление, но какие могут быть эмоции, когда ты заходишь в место, где не едят мясо, где упражняются в йоге, где растягивают тело, организм, открывают каналы, чакры открывают. Их не открывают, их, скажем так, теребят, потому что чакры невозможно открыть, они открыты все. Аня, мой друг давнишний, она привела меня в йогу 7 лет назад, я потом через некоторое время ушел в силу определенных физических обстоятельств. Но сейчас вот я получаю колоссальное удовольствие, выступил на сцене, вспомнил самые сложные позы, оказалось, что да, я еще могу и помню. Ну, вы уже что-нибудь попробовали из кухни? Да, мне очень нравится, например, шуба. А потом есть потрясающие суши. И самое интересное, что их 6. И думаешь, ну 6 суши, разве это можно наесться? Я с трудом 4 съел. Для гостей подготовлен вкусный вегетарианский фуршет. Пока он закрыт, скажем, мы скрыли объекты чувств от наших гостей. Мы сейчас наслаждаемся игрой группы «Рактал». А затем с нами сегодня ведущий Тарамчай Асмыр, финалист «Голоса Украины», который прошел с командой Тины Карель. Он прекрасный йогин и удивительные мантры сочиняет и сам поет. И дальше для наших гостей в подарок наши друзья приехали «Shanti People» группа с мантра-джемом. Йога – это очень вообще классная штука. На самом деле, это здоровый образ жизни. В последнее время начинается тренд, да, тенденция. Занимаются ей как гимнастикой. Хотя эта система комплексная. Она в первую очередь завязана на духовном развитии. Основная моя специальность – я тренер личностного роста. И для меня это как бы некая миссия – помогать другим людям найти себя, почувствовать свое место в жизни. Поэтому для меня это имеет большое значение. А пение как же? Дополнение ко всему, потому что звук и вокал – это нечто, что позволяет, знаете, такой универсальный язык, который дает возможность найти контакт с любой абсолютно аудиторией, публикой. Означает санскрита, у него много значений у этого имени, но главное значение — это светлое, а также ума означает та, которая способна совершить великую аскезу. Shanti People в переводе означает гармония. Для вас что гармония? Это совокупность всех энергий. Должно быть все в букете Господа. Посмотрите, какой красивый букет, сколько в нем разнообразных цветов. И когда каждая энергия, она на своем месте, это и есть умиротворение, потому что всего хватает, да, все в достатке, совокупность энергии, которая дает счастье. Собственно, Shanti People – это люди, которые стремятся обрести это счастье просто в бытовой жизни. Where are you
from? Los Angeles, California. What are you doing here? Oh, I came for the opening. I'm a writer, I'm a playwright and a poet. I'm here to write a new play and to study Russian. Studying a few blocks away from here. Walked past this place one day and I'm a vegetarian for 40 years. I came in here and the food is so good. In Los Angeles, there are a lot of vegan and vegetarian restaurants. Nowhere has a menu like this. У вас такой образ очень сегодня вписывается в атмосферу. Как вам вообще здесь? Очень нравится Махараджа. Я первый раз конкретно на этой новой территории, но я думаю, теперь буду чаще. Особенно мне понравилась новая йога для женщин. Медитация приносит мне радость. Йога, спорт приносит мне радость. Я в теле, и я душа. Я душа в теле, поэтому я забочусь и о своем теле, и о душе. И это приносит мне радость, и это тот баланс, о котором говорят все мудрецы, все йоги и вообще все священные писания. Найти гармонию между этими двумя состояниями, потому что материальная энергия, она тоже вечная. Уже перерос этот статус фотографа, мне кажется, уже больше, то есть ты творец, я бы так сказал. У меня есть мои любимые друзья, которым я не могу отказать в плане того, чтобы не приехать и не сделать пару красивых портретов. Поэтому я здесь не как репортажный фотограф, я приехал непосредственно поздравить Анну, и я ее как личный фотограф. Тебе ты же человек творческий, ты видишь место, локацию, весь этот дизайн, тебе он пришелся по душе? Да, я хочу здесь жить. Невероятно красиво, очень здорово, что есть такое в нашем городе. Высочайшая цель жизнедеятельности любого человеческого индивидуума – это достижение такого идеального гармоничного состояния между натуральным, природным и божественным, между материальным и духовным, гармония с самим собой, с окружающей природой, с социумом, в конце концов, с той едой, которую вы потребляете, представьте себе. Целью мы видим не создание внешней красоты, а, скажем, больше помощь в понимании того, что ты прекрасен, и красота идет изнутри. И вот открытием этой красоты занимается и спа, и йога-центр, и ресторан Green Food.